Всем доброе утро. Сейчас проснулись, позавтракали. Сейчас поедем с Лёшей. Нужно получить посылочку. Пришла посылка от Василька. В общем, я поздно заказала. Нужно было пораньше. Хотела, чтобы перед поездкой в Нариманов все пришло. Так, телефончик взяла. Столько тут у нас, ребята, дел. Столько всего нужно делать. Все не переделать, поэтому решили с утра забрать посылку, потому что она там лежит, по-моему, 2 недели всего, чтобы не задерживалась. Я, кстати, вчера пришла, посмотрела, быстренько огурцы собрала и даже не обратила внимания на то, вылечила ли я их от паутинного клеща. В общем, и по дому много дел, чемоданы еще не разобрали, пока поставила стираться. Максим сейчас подметает, здесь у нас понападало листьев. Смотрите, какой у нас красивый хмель. Скоро шишечки будут. Я знаю, что от него тяжело избавиться. Но я его в дом не пускаю, он только на улице растет. А здесь у нас заасфальтировано, сюда он никак не проберется. Я его здесь вот так вот обрезаю, и он красиво нависает. Раньше выходила на улицу, и было видно соседей. Сейчас выхожу на улицу, и вот так вот красота видна. А вот это все будут шишечки. Мята цветет. Такое чувство, что это не мята, а мелисса. Интересно, как их различать, мяту и мелиссу. Вот, огурцы нужно подвязывать. Нужно будет еще купить средства от клеща, потому что там нужно им обрабатывать. Нужно пообрезать эти листики. Квадратиками все равно идет. А, и виноград стал уже темнеть. И помидоры тоже разрослись, огромные просто. Нужно будет сейчас заехать, средства еще купить. Хотя нет, зачем? У меня же там вроде оставалось средство от паутинного клеща. Надо будет посмотреть, какое-то средство. Ничего уже не помню, все с головы повылетало. Петрушка растет, как на дрожжах. Зелень я не буду теперь припасать, замораживать. Потому что видите, как получилось. Очень много мусора тут насыпалось. Прям Максим целое ведро уже вымел. Получили посылочку. О, не видно, мешок целый. Не знаю, сегодня, может, вам покажу. Но надо сегодня распаковывать. Сегодня вам покажу, что вы там поназаказывали. Совсем чуть-чуть. Фух, приехали мы домой. Смотрите, целый мешок заказала всего. Наверное, сейчас вам сразу все покажу. Надо будет сейчас вещи соберу. Нужно будет кушать, быстренько приготовить. Сегодня так кое-что приготовлю. Завтра поедем в Ашан за покупками. В Леруа заедем. Хочу купить краску для радиаторов, кисточку, покрасить все радиаторы. Сейчас у нас будет прям очень много работы. Сейчас прям начнется движуха. Ай. Знаете, так классно, радостно приехали в дом. Столько работы, реально не знаю, за что хвататься. Ну, сначала буду работать, ну, основная моя работа. А уже к вечеру буду заниматься делами. Но сначала разберем с вами посылочку. На самом деле, после поездки в Астрахань я уже вообще... Я не помню, где у меня находятся дома какие-то вещи. Там, где соль стоит, в чем насыпано, потому что все как бы пораскладывала, и мы сразу уехали в Астрахань. А тут еще заказы. Вместе с вами прям очень интересно посмотреть, что же я заказала. Пришли Максу шортики вот такие вот пляжные. 336 рублей. Как раз под футболку подходят пляжные. И толстовка на осень. 1022. Да. Вот это я заказала Лёше. Футболочки. Вот такие вот футболочки. Две толстовки, черная и белая. И вот еще две футболочки. И шортики вот такие вот серенькие. Все ему померили, все подошло. Отлично на нем сидит. И черная толстовка ему хорошо идет. И светлая. И вот футболочки. Классно, в общем. Здорово. Это самая крутая футболка. Видите, принт какой. 1987. Это год моего рождения. А я себе заказала вот таких вот костюмчиков. В них очень классно. У меня уже один такой костюмчик я заказывала. В них очень классно ходить вот летом. Вообще не жарко. Классно.
заказала. И еще вот такой вот пледик. Вот, смотрите. Нам на кровать в спальню. Мне прям очень понравились узоры. Тоже плюш-велюр. Все это я заказала в Васильке. Ссылка в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. Обожаю Василек за то, что красиво, натурально и недорого. Переходите по ссылке, смотрите и заказывайте. Вот такой вот мы вчера арбузик по дороге купили в Тбилисской. Ну, по дороге. Рядышком где-то. Без косточек. Он, знаете, он не сочный, он такой как сахарный, плотный более. В этом году это самый вкусный арбуз, который мы покупали. В Астрахани в этом году арбузы не особо удались, потому что там степь зеленая, она обычно вся... Да, дождей много там. Арбуз из трех частей состоит, видишь? Угу. Можно его даже... Как Мерседес. Mercedes-Benz арбуз версия. Вырешено не правильный кусочек. Пока мы с вами смотрели посылочки, Лёша достал вот эти штучки. Это называется отливы или как? Ну да, водостоки. Водостоки. Вот, он их выровнял. Говорит, они хорошие, новые покупать не будем. Эти приделаем обратно. У нас там наверху, получается, к кирпичам была приделана дощечка, а на дощечку был прикручен эти отливы, водоотливы. И Лёша вот эти дощечки покрасил, чтобы они не портились. Сейчас он их, ну не сейчас, он их прикрутит обратно и потом к ним эти отливы прикрутит. Потому что если пойдет дождь, это будет, получается, с крыши течь вода и подмывать фундамент. Нужно будет, наверное, еще нам покупать, а я вон еще постирала, это постельное. Нам, наверное, нужно будет еще, о, уже высохло. Нужно нам, наверное, лестницу будет сейчас еще посмотреть. До школы мы хотим Максу комнату подготовить. Не знаю, что успеем, но хотим полностью сделать. Ну, кроме окошек, конечно. Окошки, может быть, в следующем, а может и через пару лет. Посмотрим, как будет. Но комнату решили полностью все-таки сделать до школы. Я думаю, должны успеть. Пообедали. И решила, пока отдыхаю после обеда, пройдусь, посмотрю на свой огородик. Зашла, пришла, посмотрела, какой он весь у меня заросший. Вон, сколько травы, смотрите, повыдергивала. Целую кучу. Повыдергивала траву, очистила огородик, подвязала огурцы. Еще сюда, и вон, туда тоже пустила. Еще огурчиков немножко сорвала, 4 штучки. Ох, а то все прям заросло. Надо будет укропчик еще посеять. У меня есть, мама давала семена. Мама сказала мне, посей как раз, пока этот закончится, новый вырастет. У нас лето долгое и осень теплая. Вот. А петрушка вообще себя отлично чувствует. Ее на зиму, если она не будет, ей будет холодно зимой. Хотя я думаю, может быть, и не будет холодно. Просто накроем чем-нибудь, поставим мини-тепличку. Вы знаете, мне так нравится огородиком заниматься. Прям вообще не могу. Получаю такое удовольствие, когда траву рву, когда вот этим всем занимаюсь. Не знаю. Я вот прям предчувствую, когда мы уберем эту летнюю кухню. Я уже знаю, что я хочу посадить, как это будет выглядеть. Но обязательно, это будет не огородик, это будет ландшафтный дизайн. Я уже примерно знаю, как я хочу сделать, что именно я хочу посадить, какие фруктовые деревья и где. Я в доме не знаю, как я буду что расставлять, так как в огороде у себя. И обязательно нужно будет выделить грядку. Вот достаточно будет вот такой вот небольшой грядочки, чтобы зелень выращивать и огурчики. Просто буду в следующий раз для огурчиков, помидорчиков больше места выделять. Потому что огурцы на рынке, они в принципе недорогие. Но дешевле все равно в огороде получаются. Но они не такие вкусные. Даже вот эти переростки, которые мы вот я сорвала вчера,
Они до того вкусные. Леша говорит, я никогда не ел такие переростки вкусные. Мне, говорит, переростки даже больше нравятся, как, чем обычные огурцы. Я говорю, Леша, это просто наши огурчики с кустика, только что сорванные. Поэтому они такие вкусные, сладкие такие. В общем, навела порядок. Пойду сейчас все-таки работать. Не могу, прям руки чешутся уже. Соскучилась за этим всем. А это, наверное, такие огурцы, потому что я не поливала их. Хотя вот сейчас поубирала, здесь у меня картон лежал. О, земля влажная. Я тут траву рвала, а Леша мне говорит, смотри, где ты траву рвала, смотри, какой здесь паук. Может, я сейчас снимаю, а рядом со мной еще один такой же. И смотрит на меня так, ням-ням-ням. Смотрите, какой страшный. Я возле него рвала траву. Он мог меня сожрать. А не видно на камеру, какой он огромный. Потому что надо вблизи снимать. Так, ну он сейчас прыгнет. Они знаешь, как прыгают? Да, не прыгнет. Да, я. Ну, на, ты сними. Все равно он кажется маленьким. Алеша делает Максу его дверь. Оббил вот гипсокартоном, обшил. Сейчас оббивает сеткой. Вот такую вот сеточку мы нашли в этом. В летней кухне была. Мы сначала думали, что это москитная сетка, а потом подумали, что, наверное, это для штукатурки. Для стяжки. Как это правильно сказать? Армирующая. Армирующая сетка. Вот Леша сейчас оббивает, заштукатурит, и будем приступать к ремонту Максимкиной спальни. Будем красить. С той стороны уже поштукатурил с этой стороны. Вот, ну там еще не доделал чуть. Вот. И будем здесь делать ремонт. Первая комната, которая у нас будет самая красивая. Мы ездили в Ашан, продуктов закупили, потому что ничего не было. Брат Леша Антон с женой Оксаной подарили нам вот такой вот светильничек. Сделан он из тыквы. Видите? Вот это вот хвостик тыквы. И вот так вот идет. Это местный наримановский умелец сделал или кто? Не помнишь? Ну, она сказала, что у нее на работе. Да? Ну, вот на работе кто-то делает такую красоту. Потом покажу вам, как светится. Вот, смотрите, какой красивый светильник. Ой, и по стене как красиво. Очень классно. А еще мне Лешина мама подарила вот такой вот цветочек. Фикус. Я давно хотела себе такой цветочек. А у нее был один прям большой. Она хотела мне его отдать, но он у нас не влез. Прям огромный. Вот такой вот, наверное, высоту был. Эх, не влез тот. Ну, теперь будет маленький. Этот тоже вырастет. Смотрите, что у нас из Астрахани. Привет из Астрахани называется. Леша расскажет, что это за таранка. Это не таранка. Это жерех. Это судак. Маленький. Классно, судачка никогда не пробовала. Это подлещик. Пробовала. А это две ловлёшки маленькие. А еще у нас очень много в морозилке. Еще другой рыбы. Вот это все рыба. Представляете? Подлещики. Астраханское счастье. Какая она вкусная. Леша в том году меня угощал. Я была в шоке. Такой вкусной таранки. Ну как это сказать? Сушеные рыбы? Такой вкусной рыбы сушеной. Или как? Вяленой. Я еще не пробовала. Леша передергивает, когда я говорю таранка. Ну какая это таранка? Ну мы все назвали таранка. Таранка из леща. Из-под лещика. Сейчас будем ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А вы можете нам только позавидовать.